в этом году исполняется 50 лет первому полету человека в космос. Имя этого человека известно каждому. Это Юрий Алексеевич Гагарин. 12 апреля 1961 года он совершил первый в истории человечества полет в космос. Пробыл в космосе всего 108 минут и совершил один оборот вокруг Земли. Товарищ первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, рад доложить вам, что задание Центрального комитета Коммунистической партии и Советского правительства выполнено. Первый в мире космический полет совершен на советском космическом корабле «Восток» 12 апреля 1961 года. Майор Гагарин. Thank you.
1991 году при Центре технического творчества детей и молодежи нашей столицы был открыт музей космонавтики. У Нелли Владимировны Кирилловой, основателя и собирателя уникальной коллекции, сомнений по поводу открытия музея не было. Поскольку наша страна внесла свой вклад в освоение космоса, то значит, об этом люди должны знать и помнить. Тем более, что и сегодня нам есть кем гордиться. Юрий Павлович Гидзенко, замначальника Центра по подготовке космонавтов имени Гагарина, почетный гражданин нашей столицы. Выражен.
рестораны, конференц-залы, технические и творческие клубы молодежи, куда входили начинающие поэты, актеры, музыканты, художники. Молодежь могла общаться между собой, встречаться со знаменитостями, ставить спектакли, читать друг другу свои произведения. Всего этого уже нет. Очень жаль. Но давайте из дней сегодняшних вернемся в те года. Впервые человек побывал в космосе. Это было ликование людей со всей Земли. Каждый хотел увидеть первого космонавта, прикоснуться к нему, выразить свое восхищение. Он был кумиром не только взрослых, его обожали и дети. Работая над этой программой, мы с удивлением узнали, что и наш режиссер Светлана Потанина встречалась с Юрием Алексеевичем в Артеке. И память об этой встрече на всю жизнь она сохранила в своем сердце, как и многие другие, кому посчастливилось видеть и говорить с этим легендарным человеком, первым космонавтом Земли, Юрием Алексеевичем Гагариным. Знаете, каким он парнем был? Тот, кто тропку звездную открыл. Пламень был и гром, замер космодром. И сказал негромко он сказал, поехали. Он взмахнул рукой, словно вдоль по питерской, питерской пронесся над землей. Словно вдоль по питерской, питерской пронесся над землей. Знаете, каким он парнем был? Как поля родные он любил. В той степной дали первый старт земли был признанием ей в любви. Он сказал, поехали. Он взмахнул рукой, словно вдоль по питерской, питерской пронесся над землей. Словно вдоль по питерской, питерской пронесся над землей. Знаете, каким он парнем был? На руках весь мир его носил. Сын земли и звезд нежен был и прост. Людям свет как танк нес. Он сказал, поехали. Он взмахнул рукой, словно вдоль по питерской, питерской пронесся над землей. Словно вдоль по питерской, питерской пронесся над землей. Знаете, каким он парнем был, как на лед он с клюшкой выходил, как он песни пел, весел был и смел, как азартно жить хотел. Он сказал, поехали. Он взмахнул рукой, словно вдоль по питерской, питерской пронесся над землей. Знаете, каким он парнем был? Нет, не был, ведь смерть он победил. Слышишь дальний гром, видишь, это он вновь идет на космодром. Говори, поехали, и живой звездой, словно вдоль по питерской, питерской несется над землей. Словно вдоль по питерской, питерской несется над землей.